в заключительных сериях 5-го сезона сериала «Ищейка». В городе предновогодняя атмосфера праздника и романтики, а в частном доме известного композитора Заурского бездыханное тело хозяина, обнаруженное домработницей. На первый взгляд смерть наступила в результате несчастного случая. Мужчина оступился и упал с лестницы, но Александра и оперативники не на шутку озадачены показаниями появившихся в деле свидетелей. Получается, что в день гибели Заурский был одновременно в двух разных местах и с двумя разными женщинами. Просто мистика какая-то. Тем временем в личной жизни Александра все складывается по принципу «не было бы счастья, да несчастье помогло». К тому же теперь она настоящий полковник.